Новости региона. Аким области Нурлыбек Налибаев и председатель правления национальной компании «Казмунайгаз» Магзум Мырзагалиев посетили нефтяные месторождения региона. В начале Аким области глава «Казмунайгаза» побывали на месторождениях Шабулак. Напомним, нацкомпания планирует начать разведку углеводородов на участке Тургай-Палеозой. Предусмотрено проведение геолого-разведочных работ на глубине 5500 метров. Отметим, в настоящее время за счет средств республиканского бюджета проводятся исследования в ШУС, Арысуйском и Аральском бассейнах. Аким области Магзум Мырзагалиев также ознакомились с условиями работы и отдыха нефтяников. На Кумполе возложили цветы к памятнику Мурата Саламатова, который стоял у истоков освоения крупнейшего месторождения. Заслушали информацию о производственной деятельности. На встрече с нефтяниками была дана положительная оценка проводимым в регионе работам по разведке новых месторождений.